Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию детское военное домино. Карточки этого домино имеют картинки на тему современной российской военной техники. Карточки необычные. Это не картон. Они изготовлены из специального полимерного материала, который делает игру более легкой. Потому что обычные картонные карточки достаточно трудно иногда просто взять со стола. Полимерные карточки за счет своей толщины брать детям удобно. Играть могут дети разного возраста, в том числе и маленького. Вот. Кроме того, эти карточки, в отличие от картонных, не ломаются, не мнутся, не рвутся. Соответственно, домино прослужит вам гораздо более дольше времени. А сейчас мы вам покажем, как дети играют в такое военное домино. Конечно, военное домино больше подходит для мальчиков, но и девочки иногда смогут составить компанию своим братьям или друзьям. Мы рекомендуем, в отличие от взрослого домино, использовать по 5 фишек, потому что так детям будет ориентироваться легче в карточках, и, соответственно, игра не будет иметь запинок. Так, оставшееся домино можно положить в банк. Первый ход делает тот, у кого есть дубль. Так как фишки не имеют количество цифрового обозначения, то старшинство определяется по возрасту участников, а не по фишкам. Так, первый ход сделан. Идет второй ход. Так. Как видим, дети легко ориентируются, быстро обнаруживают, какую карточку после какой стоит поставить. А здесь, кстати, ситуация, когда с двух сторон вертолеты. Таким образом, один игрок попал в затруднительную ситуацию. Вот, наконец-то он выбрался, но набрал много карточек из банка. Так, затруднения получились у другого игрока. Но нет, быстро найдено решение. Так, вертолет, есть вертолет. Так, на кону корабль. Как у тебя там вроде подводная лодка была, нет? Была же. Надо внимательнее. Но это не помогло. Все, вот и финиш игры. Вот такое интересное домино. А теперь пожалуйста. Я выкладываю свои карты. У меня есть дубли. Есть такой. Есть такой. А такой все равно остается. И опять дубль. Так, ну что, дорогие друзья, покупайте детское военное домино. Оно очень интересно, разнообразит игру ваших детей. Вот. Ну, больше всего для мальчиков. Хороший очень подарок на 23 февраля. Вот. Для детских садов рекомендуем в качестве пособия по патриотическому воспитанию. Приобретайте в нашем магазине родные игрушки. Всем спасибо. До свидания. Смотрите другие обзоры.